Здравствуй, мама, на связи снова сын. Одесса, мама, ушла на карантин. Я прошу, останься просто дома, я все привезу. Одесса, мама, ушла на карантин. Нетленка группы Queen в приложении на русский язык оказалась отличным агитматериалом для борьбы с коронавирусом. В двух словах: сидите дома, носите маски и будьте здоровы. Видео разместил на своей странице Facebook шоумен и продюсер Андрей Войников. В сочетании с сильным вокалом и гениальной музыкой противовирусная песня отлично ложится на слух и имеет все шансы стать хитом. I wash my hands, laying low. I look out the window. The curve doesn't look flatter to me. А это еще одна трактовка творчества легендарной британской группы «Коронавирусная рапсодия». Печальная песнь о молодом человеке, который сбежал из постели, нарушив карантин и заразил прохожего. Дни незнакомца оказались сочтены. Призывы понятны даже тем, кто знает английский язык на уровне 5 класса. Мойте руки и соблюдайте режим. Не смогли поэты из народа пройти мимо панк-группы «Король и Шут». На музыкальную смесь сказки и драйва довольно неплохо наложились российские реалии. Про маски, гречку и туалетную бумагу. Собрав на просторах интернета рифмы в стиле Михаила Горшенева, исполнитель радиотапок понес в народ новые шедевры. Сказать я пытался, проказы нет на земле. Но тут же раздался ужасный кашель во мгле, кашель во мгле. Мне больно видеть белый свет, мне лучше в полной темноте. Вчера купил весь белый хлеб, мечтая только о еде. Мне слишком тесно в заперти, и я мечтаю об одном. Бумаги больше нагрести, чтоб каждый раз новый рулон, всегда новый рулон. О коронавирусе сегодня поют в разных странах и на разных языках, но посыл у всех музыкантов общий. Слушайте рок и оставайтесь дома. С такими хитами неделя карантина пролетит незаметно. Павел Елисеев, Александра Мыльникова, Урал 1.